почти 50 малышей появилось в первый день Нового года. Причем большинство из них – девочки. Такой бум рождаемости малышек впервые за последние несколько лет в Тюмени. Самым первым ребенком стала Мария Першина. Она родилась весом 3 килограмма и ростом 50 сантиметров в первые часы Нового года. А вот другая новорожденная весом 4 килограмма появилась на свет в час дня. Родились мы 1 января. Девочка Таисия, Тая. Достаточно быстро родились, за 3 часа. Ну, в общем, все прошло удачно, все хорошо, все живы-здоровы, все счастливы. Всего же в новогодние каникулы в Тюмени на свет появилось более 300 малышей.